Бегущие от мобилизации россияне с пятницы не смогут выехать через Финляндию. Хельсинки закрывают границы с полуночи для граждан России с шенгенскими визами. Об этом объявил министр иностранных дел Пекка Хаависто. По его словам, пограничники смогут не только разворачивать людей на КПП, но и аннулировать визы, выданные другими странами шенгенской зоны. При этом останутся и исключения. В Финляндию обещают допускать россиян, которые намерены посетить живущих в стране родственников, едут на работу или учебу. В исключение попадают и владельцы дипломатических паспортов, а также представители оппозиции. Решение о допуске тех, кто по-прежнему будет хотеть въехать в Финляндию, обещают принимать в индивидуальном порядке.